Тебе следует поблагодарить меня, Рейден. Наша битва изменила тебя к лучшему. Заткнись, щенок. Но у тебя мой амулет. Наконец-то ты принял истину, которую отрицают старшие боги. Истину, за которую я был изгнан. Истина, которую я принимаю, Шинок, в том, что не стоит проявлять милосердие к тем, кто оскверняет земное царство. Я уничтожу наших врагов прежде, чем они уничтожат нас, начиная с тебя. Но как, Рейден? Даже ты не способен убить старшего бога. Есть участь похуже смерти. Я доставлю тебя к Люкану и твоим приспешникам из преисподней. Ты послушаешь предупреждением и символом моего гнева. Это была не твоя судьба, Шинок. Бог Грома снова нарушил баланс истории. Но знай, дуга Вселенной подчиняется моей воле. Это всего лишь вопрос времени. Смертельная битва 11.